Торпеда была найдена дайверами в районе пансионата «Голубые дали» в 20 метрах от берега на глубине 1,5 метра. Оперативными службами было принято решение обезвредить боеприпас на месте. В обеспечении безопасности были задействованы все службы – пожарная, реанимация, полиция и казаки. На пляже работали саперы Черноморской военной базы Новороссийска. Операция прошла быстро, взрыв едва был слышен. Это все, что осталось от боеприпаса. По предварительным данным, это была немецкая торпеда. Длиной около 6 метров и весом порядка 500 килограммов. Военные заложили сразу 2 заряда, которые полностью уничтожили боевую часть опасной находки. Предварительное обследование было проведено. На данный момент угрозы этот снаряд не представляет. Вот. Все работы, которые мы планировали провести на сегодня, выполнены в полном объеме. Хочу отметить слаженную работу полиции по оцеплению, работы всех служб по оповещению, по эвакуации.